Всем добрый вечер. Рада всех вас, ну, не видеть воочию, то хоть так. В этом году рада всех видеть и слышать. Мы сегодня собрались, чтобы подвести итоги за 18-й каталог и вообще за весь 18-й год. Для начала, конечно, я хочу всех поздравить с наступившим уже 2019 годом. Девчонки, хочется подвести итоги уходящего года. И прежде всего хочется сказать всем вам огромное спасибо за то, что вы вместе со мной сотрудничаете. За то, что вы остановились на компании Faberlic, за то, что вы цените продукцию компании Faberlic. И хочу, чтобы наш бизнес общий, который мы все с вами по кирпичику, ступенечка за ступенечкой идем и строим, чтобы все наши действия привели к достатку, к высоким результатам, чтобы этот Новый год, все наши задумки, цели, все задуманное осуществилось. Ну и любви, счастья, здоровья вам, вашим семьям, вашим родным и близким. Ну а нам всем мира и добра, чтобы мы с вами были и жили дружно, чтобы каждый раз у нас было все больше и больше партнеров, и я верю в это, что это все у нас будет. Итак, как же мы с вами поработали? Конечно, все уже вовсю готовились к Новому году. Новичков у нас в структуре пришло 39. Конечно, я думаю, что все-таки немножко сыграло то, что, как вы все знаете, в конце года администраторы, особенно одноклассников, зверствовали, и очень многие странички поблокировали. Не знаю, может, кого-то это испугало, но будем надеяться, что нам ничего не страшно, мы все идем к цели вперед. Активных новичков было 7. Активные новички – это те, кто сделал заказ, то есть активировал свой личный номер или личный кабинет. А всего консультантов, которые сделали и оплатили заказы, было 230. Активность структуры очень даже хорошая, почти 40%, как видите, 38 и 17. А сейчас хочется выделить всех пофамильно. Консультант 3% – это личными баллами 100 и более. Кананчук Людмила, поздравляю. Я с ней лично не знакома. Я ее нашла еще на старой своей страничке, которую заблокировали в Одноклассниках. Она молодец, она сразу включилась, полюбила всю продукцию компании и с самого начала регистрации делает всегда 100 баллов. Молодец, Людмила. Довольцова Нина продолжает упорно, правда, какими-то мелко уходящими вперед и потом чуть-чуть застопорившись. Нина, я все прекрасно, конечно, понимаю, что и семья, и Новый год, и различные дела, но мы здесь все собрались, чтобы достичь своих целей, поэтому без планирования никуда. Так что, Нина, идем дальше к своей цели. Отлично стартанула у нас Эйсмонт Лилия. Она уже который каталог держит 6%. Стабильно, и чуть позже увидите, что эти 6% почти она сделала сама. Лилия, молодец. Продолжаем в том же духе.
Очень меня радует открытие этого года «Улыбко любовь». Она является наставником нашей Нины Довольцовой. Она идет прямо к цели. В этом каталоге она тоже сделала большой товарооборот личный. Ну, а с группой 6%. Идем так дальше. Молодец, Люба. Рассолька Елена. У нас тоже старший консультант 6%. Она полностью перешла в интернет-магазин Фаберлик. Делает большие закупки для себя, семьи, родственников лично. И так как она VIP-консультант, очень много ей компания дарит новичков. Синкевич Ольга тоже у нас пока старший консультант. Правда, ей буквально чуть-чуть не хватило до 9%. Я думаю, скоро-скоро мы уже не будем считать эти баллы и будем только поздравлять Ольгу с высшим результатом. Потапчук Галина, лидер 9%, она у нас тоже в компании давно, полностью перешла на продукцию Фаберлик, рекомендует своим клиентам, и ей тоже компания дарит новичков. Ну и Поба Светлана, тоже лидер 9%, упорно идет цели. Я, конечно, думаю, что скоро она у нас переступит эту ступеньку. У нее все есть задатки, чтобы быть уже на 15%, а не на 12%. Ну и, конечно, хочу выделить лидеров продаж. Как я уже говорила, и заметьте, их всех недавно я поздравляла процентами, то есть они у нас шагают по лестнице успеха. Как я уже и говорила, Эсмонт Лилия чуть-чуть не хватило, чтобы 6% сделать самостоятельно. А девочки, если делаешь самостоятельно 6%, то есть 200 баллов, скидка идет намного больше. Рассолька Елена 142 балла, тоже до 150 буквально чуть-чуть не хватило. Синкевич Ольга 126, Светлана Поба 114. Получение Наталья, не знаю, правильно произношу я фамилию или нет. Лично тоже не знакома, она на меня вышла через Вайбер, через наставника. Алену Черник и Галину Потапчук. Молодец, Наталья, отлично стартанула, и в прошлом каталоге она сделала 110 баллов, а в этом каталоге ей уже компания подарила новичка, которым я уже списалась, и она делает заказик. Потапчук Галина тоже 110. Кананчук Людмила 103 и Лыбко Любовь 100. Если кто-то помнит подведение итогов прошлого каталога, то вы в курсе, что в прошлом каталоге VIP-ов у нас было только 3. А сейчас смотрите сколько. Поэтому мы молодцы. И я не думаю, что всему этому послужил преддверие Нового года. Мы и так делаем 100 баллов, то есть полностью сменили свой магазин на интернет-магазин. И если все-все-все покупать у себя, то баллов это легко. Еще раз, девчонки, поздравляю. И не забывайте, что VIP-консультанты должны получать регистрации от компании. Если вы делаете 100 баллов, а у вас еще нету регистрации, обязательно зайдите в личные данные и найдите графу «Получать контакты потенциальных покупателей». Там нужно поставить
птичку. Обязательно. Ну и, конечно, хочу выделить своих помощников по ведению чатов, потому что сама я никогда бы с этим всем не справилась, потому что ну, невозможно все время присутствовать и быть в сети. Это Синькевич Ольга, Лыбко Любовь, Васильева Наталья, Повод Светлана и Довольцова Нина. Спасибо вам, девочки, огромное. Раньше, как вспомню, ну реально что-то где-то, и увидишь какую-то информацию, пока скопируешь, пока это разместишь, а сейчас только увидела информацию, хочу это скопировать, смотрю, ага, уже Оля разместила, или Люба, или еще кто-то. Девчонки, молодцы, я вами горжусь, на этом и держится вся структура, весь бизнес. Мы должны быть сплоченными, мы ни в коем случае не конкуренты, мы должны помогать друг другу, потому что если не мы, то кто? Ну и обязательно хочу выделить в такой номинации, как «Открытие года», и назвать всех пофамильно, и чуть-чуть рассказать о каждой из вас. Ну, как я уже говорила, Любовь пару раз до этого мне писала, какие-то у нее были вопросы по Вайберу. Но когда Нина начала участвовать в проекте «Хочу туда», Люба как-то, не знаю, или воодушевилась, или что-то еще произошло. Молодец, старается. Конечно, я понимаю, что мы все работаете где-то на государственных работах, но молодец, успевает поприсутствовать и в чате, и где-то что-то ответить. И на вебинар, как получается, попадает. Молодец. Также я очень рада, что познакомилась, хотя только и в соцсетях, с Хлебниковой Ольгой. Я очень хорошо помню, что я была на обучении по проекту «Хочу туда». И в этот же день я регистрировала Олю по картинке с днем рождения. И с тех пор она со мной. Полюбила продукцию, делает сама 50 баллов, заканчивает проходить школу партнера. Молодец, так держать. Уже создала YouTube-канал, выложила первое видео. Молодец. Маргуль Ирина, это рекрутинг на земле. Человек пару раз заказал. Купил, предложила я регистрацию сразу, и с тех пор она делает стабильно 50 баллов. Поэтому, девочки, никогда не стесняйтесь людям предлагать регистрацию. Мартынюк Наталья, я ее тоже нашла в Одноклассниках на своей старой страничке. Если не ошибаюсь, тоже поздравила. С днем рождения, оказалось, что она из моего города. Очень быстро она включилась в стартовую программу, прошагала ее. Сейчас она, по-моему, закрыла уже 9-й шаг, но полностью тоже перешла на продукцию Faberlic. Рекомендует ее всем своим друзьям и знакомым. И я уже знаю, что она всем своим родственникам на Новый год подарила Faberlic. Белевич Татьяна, я ее знаю давно, она из моей деревни, но тоже понаблюдала, но я так думаю, она очень долго за мной наблюдала в Одноклассниках и просто сама написала, хочу зарегистрироваться. Поэтому имейте в виду, как всегда мы говорим, за нами наблюдают. Джавахишвили Рима, это настоящее открытие года, потому что пару раз пришла ко мне на офис, предложила я ей регистрацию, вела в суть дела, ну ничего страшного, я ей помогаю делать заказы, но она и сама пользуется, и рекомендует, и у нее хорошие клиенты, так что
50, 70, 100 баллов мы делаем легко. И Зинович Елена очень долгое время покупала у меня, но, как вы уже знаете, пока вы приносите продукты людям сами, они вас воспринимают как продавца, как обычного консультанта. А если вы хотите себя позиционировать как директора, значит, люди должны приходить к вам сами. Поэтому я ее ввела в курс дела, рассказала о выгодах, какие она теряет. И с тех пор она стала зарегистрирована и на весь коллектив работает, делает огромные заказы, увидела выгоду. Поэтому, как я уже говорила, не стесняемся предлагать людям оформить свой личный интернет-магазин. Потому что я сама уже очень много раз сталкивалась с тем, что не предложишь людям регистрацию, как-то где-то постесняешься, может, где-то думаешь, что ей это в принципе не нужно и так далее и тому подобное. Но потом эти люди зарегистрированы, и они же приходят ко мне в офис забирать заказы. Первое время было на самом деле обидно, а потом понимаешь, что в принципе сама виновата, что не предложила, они как-то постеснялись спросить, а если человек попробовал продукт, он дальше будет покупать, поэтому всем настоятельно рекомендую предлагать хотя бы, даже если это ваш постоянный клиент, раз в три каталога предлагайте зарегистрироваться и рассказывайте о выгодах, какие они теряют, а вы имеете. И тем более у нас регистрация без паспортных данных. Ну и, как все знают, что сейчас год свиньи, а по славянскому календарю у нас наступил год парящего орла. И это 2019 год, год парящего орла. Очень шикарный год, чтобы на самом деле взлететь в бизнесе, взлететь над самим собой, уйти из прежней жизни, начать жизнь с нового листа. Покровительство орла способствует продвижению в области карьеры и денег. Поэтому оставшиеся силы и время стоит посвятить семье. Орлы дорожат свободой, знают себе цену, ставят высокие цели, глубоко чтут круг своего общения и аристократичны. Поэтому всем вам я желаю ставить цели, не бояться мечтать, не бояться планировать. Даже если вам кажется, что это никогда в жизни не сбудется. Если вы это хотите, значит, вам это нужно. Просто, как мы все знаем, цели должны быть записаны, должны писаться каждый день. Ну и, конечно, к этому всему нужно прилагать какие-то усилия. А орел, я думаю, нас заведет в правильное русло. На этом я хочу закончить нашу планерку. Может, у кого есть вопросы, пишите. Значит, если нет вопросов, меня слышно, девчонки?